Допустим, из алмазного еще на 20-ку цапнем, будет 120. В принципе, можно будет нанять еще одного засранца. Это, блин, как же я третий-то в гонке, если я первый? А, ну да, я ж не на... я типа не на той дороге. Ну, кстати, даже такой вариант с сокращением дал бы мне сейчас преимущество. То есть, если бы я сейчас чесанул через Нижнегорск, я бы все равно приехал быстрее. Хотя тут вопрос на самом деле. Тут такое, такой спорный достаточно момент. Дало ли бы мне это сокращение большое преимущество? Вам проще было бы их там обогнать. Там, в принципе, дорога нормальная, более-менее ровная такая. То есть... Знаете, вот этот высчитыватель искренне верит в то, что я в полной зопе. Блин, там по серпантину тоже гонять, то еще удовольствие. Я имею в виду Горный, Нижнегорск. Мне вот интересно, мне тут подписчик с никнеймом Фокс написал, что ты каким-то чудом ухитрился нанять самую быструю тачку из всех. Ну, этот мой наемник. Типа, поменяйся с ним машинами. Вот. Мне вот интересно, вот у меня сейчас машина разгоняется, в принципе, где-то до 110-120, вот этот грузовичок. Вопрос. Самая шустрая машина, это, блин, сколько? Нет, слушайте, просто на этой ведь, будем честны, в этой игре прямых дорог просто нет. Сплошные повороты, загибы, блин. То есть тут... Я понимаю, если бы здесь вот, как в каком-нибудь Need for Speed Underground 2, была бы какая-нибудь кольцевая дорога, например, до кучи, да? Которая бы давала тебе возможность тупо ехать, ну так условно, по прямой. Ну, с небольшими какими-то, очень мягкими такими поворотами и так далее. Здесь посмотрите, даже компьютеры вон как они. Сударь, вы не правы. Пошел вон. Вот. Или эта машина самая шустрая, потому что она разгоняется быстро. Но опять же... Такое себе достижение. В некоторых случаях, если он в текстурах, он застреет от толку от этого разгона. Ну, то есть, да, тут... Самая шустрая, наверное, это актуально в этом, как его. Что, немедленно оставить машину? Отстань. Не буду. Кстати, я до сих пор с бандитами так и не столкнулся. Ни разу причем. Это типа из-за того, что я еду не по официальным трассам из Алмазного все время. Не, ну просто в таком ракурсе бандиты-идиоты местные. Полиция-то меня только так пытается ловить. Всеми силами. Каждый штрафчик мечтает. Ну вот, вот этот же бандит, по-моему, этот черный джип. Я смотрел эти ролики в интернете. И вроде бы эти черный джип фигурировали как бандиты. С другой стороны, нахрена бандита полный кузов соленой рыбы. Вопрос. Так. Я какой? А, восьмой из восьми. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж нам делать-то? Мы ж проигрываем, ребята! Ох. Так. И потому что мы проигрываем, я сильно расстроился. Зашлите мне донат кто-нибудь. Наглость, да? Ну, а что поделать? Соляви. Ну, вот, кстати... Извините, не успел выключить. Если вот сейчас посмотреть, то... В принципе, не так уж сильно я по времени... Куда там, блин, ехать-то, ёлки-палки? Я не то чтобы не сильно выиграл, но в целом сказать, что у меня прям офигеть какое преимущество сейчас над противником, по-моему, нельзя. Давайте по верхней, что ли, проедем, блин. 100 лет по ней не ездил. Поверхней, в смысле, ну,
налево. Там еще, кстати, слева остались кое-какие неизученные повороты. Точнее, вроде как я по ним проехался, но они не прорисовались. Поэтому, дай бог с ними. Не прорисовались. Что, в конце концов. Главное, все так... На, идем дальше. Ну, то есть вот сейчас, да, будем честны, у меня не такое уж большое преимущество. Хотя нет, о чем это я, блин? Где я, где они? Я уж почти доехал. Небольшое преимущество. Ну-ну. И, кстати, судя по той информации, которая, скажем так, делится и интернет, я открыл еще не все... Где-то есть еще сокращение какое-то. А мне его лень искать. Попытаться найти... Ого, куда нашего наемничка занесло. В самом верху карты, если что. Давайте для разнообразия тут проедем. Все равно не прорисуется. Ой. Зачем? Что такое? Что ты пищишь? Не пищи. Не пищи. Нет, не пищи, это как-то слишком правильно звучит. Не пищи. Так смешнее. Здрасте. А, да, этот поворот, кстати, тоже помню. Он тоже почему-то не прорисовывается, когда по нему едешь. Или это тупиковый вариант. Ай, ладно, в топку. Чего-то я тут не открыл. И болт с ним, в конце концов. Ну, на самом деле, как бы тут... Вот он, скорее всего. Направо там уходил. За открытие здесь дорог как-то особо не дается каких-то ачивок, поэтому... А может и дается, кстати. Но не пишется. Так что... Все фигня, давай по новой, как говорится. Так, тихо. Налево. Так, тормозякой. Нет, серьезно, более шустрый грузовик. А зачем? Вот без дураков, зачем? То есть больше 100 км на такой дуре, да вы что, с ума сошли? Никто и не ездит. Я говорю, если только вот реально, если только на гонках. Там да. Там нужен шустрый. А в обычных ситуациях, ну что я тут? Максимум полтинник. Крайне редко там, да, максимум выжимаю. Да и то этот максимум вечно мне оборачивается. Любимой фразой. Немедленно остановите машину. Эх, БТР бы. Грузовой. Кстати, тот грузовик странной формы, он похож немножко. У него, по-моему, там есть куда пулемет поставить. А у тебя же есть такой. Этот. Вертолет. Остановите машину, или я буду стрелять. Зенитная установка там. Расчехлил. Чего? Джекса, ты чё? Чувак сразу такой, да ладно, что ты начинаешь? Ну нормально же, общались. Кстати, вопрос. Для этого нужен напарник. Одновременно. Хотя что, остановился. Выдвинул, как дал ему очередью, блин. Много ли авиации нужно? Авиация штука такая. Как говорится. В нее если попал, то ей уже грустно. Опять если выпил неудачно. Не-не-не, я туда не поеду. Там я утону, а я не хочу. Не хочу я тонуть. От слова совсем. Нам все еще говорят, что мы 8 из 8. Да, переоценил я возможность, сказать, что в принципе не сильно увеличил отрыв. Я его не просто увеличил. Они даже до горного еще не доехали. Ты там на серпантине особо не погоняешь. Хотя, надо признать, кто смотрел мое видео по дальнобойщикам вторым, тот помнит, как я, уходя от вертолета, не имея еще бронированного этого пуленепробиваемого корпуса. Какой я там выдал финт ушами, блин. По стеночке газанул.
Надо будет сохраниться сейчас. Доедем до Алмазного. А то я что-то уж очень... Поздравляем, вы первые в гонке. Серьезно, блин, сам догадался. Или подсказал кто. Я не просто первый в гонке. Я вне гонки, если уж на то пошло. С таким отрывом. Так, ну-ка, давай. Так. Если мы сейчас поедем из Алмазного, еще двадцаточку цапнем. То есть двадцатка это максимум. К сожалению, больше цапнуть нельзя. Это плёхо. Осень. Осень, осень. Логопед помог, не осень. Блин, почему людей нельзя здесь у Алмазного нанимать? Ну серьезно, почему здесь нету? Той! Так. Деньги. 102 тысячи. Нормуль. Живем, во-первых. Сохранить игру. Давай на двоечку. Так, смотрим. Боровое, Матюшина. Приятный груз, но дешевый. Мне нужна двадцатка. Залеск. Вариант, почему бы и нет. Сейчас, подожди. Еще есть что-нибудь? Не, ну это вообще не вариант. Нижнегорск. Да я не поеду. Бухта. Слышь, я только что тебе из бухты привез, блин. За... Нормально. То есть, а отсюда, значит, 18 тысяч. Ну, сейчас. Нет уж. Айда в залез. За 18 тысяч я в бухту не поеду. Нижнегорск 14. Поехали. Ах ты ж, я снова третий. Да уйди ты, блин. Так, сколько? Залеск 22 тысячи. Нормуль. А, ну конечно, там ремонт дороги, блин. Ну, козлы. Прям причем именно в том сокращении, которое мне нужно. Ладно, хрен с ним. Блин, где-то между Приозерском и Залеском, я думаю, должно быть сокращение. Оно потом прям просится. Такое место вот. Оно там должно быть. Но после этого заезда надо будет поездить, попробовать нанять кого-нибудь. Поискать по заправкам. Потому что у меня будет... Так, сейчас у меня 102 плюс 22. Ну, то есть, грубо говоря, 124. Если, конечно, ничего не случится. Ну, там, немедленно оставите машину, заправка, вызов 911. Ну, поняли. Обычные мои эти развлечения тут в игре, да. Пара-па-па-па. То, что я люблю. Не, ну, если за 100 тысяч найду, правда, Залеска. Но тут Залеска, там есть какая-то... Это... Вон одна парковочка. Там можно будет попробовать еще одного наемничка взять. Вот я сейчас записываю, а сам думаю, блин, я звук не проверил, нифига. Может, меня не слышно ни хрена за всей этой музыкой. Надеюсь, что это не так. С другой стороны, очень надеюсь, что и музыку за мной слышно. Ай, да поехали, как едется. Я четвертый. Нет, я третий. Я третий. Мечта доктора Октавиуса. Настоящего доктора Октавиуса. А не этой странной тетки с силиконовыми тентаклями, блин. Не, ну ладно. В принципе, Док Ок получился очень классно. Это если кто не понял, я про Человека-паука. Как там сквозь... Господи. Когда там целая куча Человека-пауков. Это Майлз был. Где Питер Паркер растолстевший и все такое прочее. Там Док Ок был прикольный, а вот его щупальца эти... Силиконовые, вот это, конечно, да. Я хохотал от души. Силиконовые щупальца, блин.
как-то несерьезно, честное слово. Ну, блин, просто вспомните оригинального доктора Октавиуса из Человека-паука с его этими металлическими монстрами, которые вблизи, особенно когда их показывали, просто производили впечатление чего-то жуткого до невозможности, блин. И эти силиконовые штуки. Я понимаю, что, как говорится, карандашом человека убить можно, Джон Уик соврать не даст. Вот, ну, блин. Ну, блин. Так. Блин, моя теория о том, что явно нужно ехать рядом с врагом, с соперником, чтобы он поехал за тобой, это сокращение, она явно подтверждается. Потому что, то есть, когда ты едешь отдельно прямо от них, они даже не пытаются за тобой ехать. А в прошлый раз чувак именно вцепился в меня. О, а, дорогу отремонтировали. Ой, какая прелесть. Как замечательно. Тише. Этот. Сокращение убрали. Ну, отлично. Там, кстати, и заправимся. Так, заправка это минус штука, да? Я просто почему так высчитываю? Я думаю, мне после вот этого задания еще одно взять какое-нибудь 10 на 10, допустим, чтобы иметь некий запас прочности. Все-таки, ну блин, все-таки опасно. Или плюнуть на все и поехать нанимать в надежде, что я найду там какой-нибудь за 100 тысяч, например, или еще дешевле. Ой. Ай, ты сможешь? Отлично. Ну, кстати, блин, покупка... Как это? Как это хрень называется? Короче говоря, брони от пуль. Она, по-моему, решила такой просто комплекс вопросов здесь. Вы обратите внимание, я врезаюсь, еще переворачиваюсь, еще пофиг, блин. Ну, правда, я не возил ничего хрупкого, надо признать. Что я там вожу? Всякие пластиковые тарелочки и так далее. Алмазом так вообще по барабану, блин. Еще вопрос, кто от кого разобьется. Соленая рыба, ну тоже, ну, помнется. Тоже мне. Не в том ее прелесть. Мните сколько угодно, блин. Главное руками не трогать. Вообще-то издевка, конечно. Я понимаю людей, которые бросали эту игру, не узнав про это сокращение. Потому что, ну, посмотрите, вот этот алмазный, да, он же реально выглядит как какое-то издевательство. То есть, вот смотрите, вот просто в залез ехать, да? Сколько тут надо прокрутить? Даже с учетом имеющегося, например, сокращения между Нижнегорском и Боровым, даже там. С другой стороны, конечно, сказать, что сокращение в алмазный прячут, да нет, не особо-то его видно. Ну вот, например, я точно знаю, что у меня кое-кто из знакомых так его сам и не нашел. Пока ему не сказали. У человека был очень предвзятый. Типа, ну вот, в алмазный ехать далеко. То есть я несколько игроков таких помню. Ребят. Чем мы тогда? Мы тогда были значительно моложе. Мне про него точно сказали. Причем сказали еще до игры. Ну тут как сказать. Как это, сарафанное радио. Тут я и не спрашивал. Мне просто сказали, что там в алмазный можно как-то сократить. Хотя, с моей тягой пылесосить все вокруг, я бы по-любому нашел сокращение, так или иначе. Вот куда мне еще более шустрый грузовик, а? На 60 уже притормаживаешь постоянно, блин. С другой стороны, можно, наверное, меняться местами с ними. Главная дорога из Ельна в бухту закрыта. Ай! Черт. Простите, задумался. Интересно, а можно ли с ребятами меняться? И апгрейдить их грузовики. Хм. И можно ли вообще здесь в игре нанять всех? То есть как бы я, как я уже говорил, я читал, в чем суть... Ой, не туда повернул, похоже.
типа прохождения, и там суть в том, что типа выигрыш, по крайней мере, было так написано, что, мол, типа есть тема с выигрышем, когда у тебя нанято... Ой, спасибо. Почесался. Нормально, бывает. Ой, простите, прокашлялся. Вот. Но микрофон выключить успел. Есть тут возможность нанять вообще все грузовики на карте, купить все машины. Блин, представляете, какую бы ачивка тему Steam бы сделал из этой игрушки? Да стой ты, ядрить твой в корень. Прости, обещал на 1000 заехать, но 941. Уж извиняй, приятель. Я, по-моему, единственный, кто у него тут заправляется. У него и у болотника. Горник, горняк и болотник. Два моих поставщика бензина. Реально только у них заправляюсь. На официальной заправке вообще уже не заезжаю. А вот реально ведь, если вот такая игрушка была бы в Стиме, именно осовремененная, тут столько ачивок можно было бы налепить на нее, просто гигантское количество. За покупку машин, за всякие там первые, вторые, третьи места, за найм водителей, за открытие этих дорог. Блин, да тут просто пипец можно было сколько всего. Тут бы такая война за ачивки была, блин. Что, насколько я знаю, в Стиме есть отмороженные люди, для которых ачивки это... Ачивки. Что там, просто с ума сходит по этому поводу. Я не очень это понимаю, честно говоря. Ну, то есть, для меня ачивки в Стиме это такая, такое очень приятное дополнение, но ради... Ну, как это, попу ради этого рвать? No. Nope. Я уж молчу про карточки, за которые, как ни странно, тоже ведется какая-то там... Так, пробуем. Ох, ёлки-палки. Красиво прилег. Вот, пожалуйста, минус штука. Ты чё, издеваешься? Ну давай, слезай, блин, а! Еще минус штука, да. Золотое сокращение, блин. Чё вылупился, летун? Вот так вот, из 20 тысяч минус 2. Ой, извини. Немедленно остановите машину. Обязательно. Пошел ты со своими шипами, скотина. А уйди. Задавлю нахрен. Машину остановите. А, сейчас. Я и так уже 2000 отдал за собственную глупость. Ну, что ж поделать. Мне бы, честно говоря, больше подошла не самая шустрая, а более маневренная. Да. Маневренность тут, по-моему, все-таки в приоритете. Шустрый к шустрикам, но тут... Вот при имеющейся скорости, вот сейчас, я предпочел уже добавлением по маневренности. Блин, нет, не хочу в дерево. О, сломал. Прости меня, Горзелен, Совнар, как там вас, блин, целиком-то называют. О, зеленый, спасибо. В кои-то веки не нарушу. Эй, да стой ты! Ты куда? Немедленно остановите машину, или мы открываем огонь. Сок ты говна, блин, не дал нанять, а? Вот ведь падаль. 42 тысячи всего, а? Ну, блин, я хочу 800 баксов отдавать, или сколько там. Привязался, а? Ну, мент, человека без работы оставил, ну просто.
Да что ты пристал, а? Ни хрена себе. Слышь, я сейчас развернусь, я сейчас задавлю нахрен, козлина, блин. Не доводи до греха. Бандит, помогите. Кстати, в игру можно было бы добавить такую тему, как, например, работа на полицию, работа на бандитов, какую-нибудь гильдию, этот, не знаю, там, как это, ассоциацию каких-нибудь дальнобойщиков, еще что-то. Блин, слушайте, дофига можно было бы все придумывать. Ну, если я современнить, я имею в виду. Да, много всего. Много-много-много-много-много-много-много всяких классных плюшек. Мечты. И че я в игродел и не пошел, вот серьезно. Сейчас пришел к своему начальнику, сказал: босс, есть идея. Он бы сказал: пошел ты на... Я бы пошел. Ну здрасте, приплыл, что с ума что ли сошел, блин? Давай еще на вертолете в меня постреляй. Тут делать что ли нечего? Вон, смотри, у тебя и джип большой, страшный, черный. Там бандиты. Честное слово. Все-таки идея с зенитной установкой мне нравится все больше и больше. Против этих летунов. Здорово, чувак. Потому что я же алмазы везу. Да. Почему меня не трогают бандит вообще ни разу? Серьезно. Где они, кстати? Едьте, вы посмотрите, где мои друзья находятся. А вот и не поймал. Слушай, они не отстанут. Серьезно, посмотрите, где мои эти находятся. Вау! Не смей! Ты чё? Да ты... Ай, гадина! Это чё сейчас было? Да я лучше этим отдам, блин, штуку, чем этих козлов кормить. Что здесь за мой французский? Уважаемые господа, товарищи, настоящие полицейские. Вы еще не обижаетесь? Я, в принципе, к вам нормально отношусь. Как говорится, были у меня в жизни адекватные сотрудники. Были откровенные... Откровенно странные ребята. Врать не буду. Было всякое, так что... Но вот в этой игре... Я этих синемашинных очень сильно не люблю. Во-первых, они меня лишили чувака за 40 тысяч. Блин. 40 тысяч копейки. Что? Дай проехать. Газель, мы с тобой не... Даже близко не в этих. Так, вот. Оу, ёп! Это что сейчас, блин, было? Капец, нам мне уже 4 тысячи наварило, эта дурацкая... Как ее называют? Так, вон газель стоит. Может, тут пойду на ней туда? Скания. Нет. Ну, то есть, да, но не сейчас. О! 118. Блин, чувак. Прости. У меня нет столько денег. А этот чувак? Блин, это продается. Трить твою в корень, а? Ну, сейчас вернемся. Ну, тут есть, короче, 118 тысяч. Сейчас купим. Сколько мне денег? 107. Эй, черт побери. Сейчас приобретем. Будет на нас большой трак гонять. Бальфой. Классный. Так, а здесь никого? Это ж продается, по-моему? Да, это продается. Газелька подержанная. Ну, спасибо, блин. А кто ее уже подержал? Так. У меня лицензия, у меня лицензии нет, чтобы его нанять. Кадабум! Ты чё? Сдулся. 129. Поехали. Наймем чувака. С одной стороны, я понимаю, что нанимать надо тех, кто подешевле. А с другой стороны, какого дьявола? Полицейский не понял, что сейчас было. Но благоразумно решил не вмешиваться. Ну, правильно.
Чувак, отстань. Сто восемнадцать, да? У меня 128. Ну что, берем? А как с ним связаться? Я забыл. Блин. Да блин, как тут рацию-то включить? Хрен знает. Ты! Ладно, берем. Поздравляю, вы наняты. Здрасте. И я снова нищебродич. Чё-то странно. У меня вроде рация на П. А она что-то не работает. Блин, надо будет разобраться с этим моментом. Не, вроде смотрел в кнопках. Рация у меня там стоит П. Ну что-то как-то это. А, пусть гоняет. Так, ну спасибо, Газель. Вот еще делать больше нечего. Газель, блин. Мы грузовики большие. Стой! А что тут? Так, назад. Смотрим, что у нас тут. Да остановись-то. Так, Ельнина. Слышь, в жопу себе погуди. Ельнина, 4000. Бухта, 8000. А что, давайте бухту. Слышь, уйди с дороги, а. Поехали в бухту. Ух ты, мы вышли из бухты. Погони. А вдруг там алмазный где-то был? Эх, вполне может быть. Ох, я сейчас штрафов тут наловлю на официальной-то дороге. Вот, кстати, еще знаете, где просится сокращение? Где-то между Ельниной и бухтой. Прямо очень сильно напрашивается. Там место такое. Немедленно остановите машину. Простите, а что я натворил? Здравствуйте. Поехали. С сопровождением. Ты прав, чувак. На дорогах опасно. Погнали вместе. Вдвоем не так страшно. Точно. Давай за мной. А еще ты в меня стреляешь. Кстати, что я везу? Немедленно остановите машину, или мы открываем огонь. Да, точно. Да ладно, ты ж не такой, ты ж хороший. Ну чё ты, блин, какой огонь? Ну что ж ты, чё ты выдумываешь? Ну что, ты правила 3D не знаешь, что ли? Дай дураку дорогу, ёлки-палки. Всё, вот это, вот. Шипы, ну зачем шипы, ну? Хрена себе у тебя там пулемет стоит. Мне всегда нравился звук, кстати, этих. О! А чувак что, с нами поехал? За сахаром. В бухту? Не, вряд ли. Ну чё, у нас теперь... У нас же два наемника, да? Да. О, нифига себе, наш в алмазный, кажется, поехал, наемчик. Или из алмазного, что-то понять не могу. Справа он там. Так, у нас есть два человека. Аз есим крут. У нас есть два наемника, причем больших наемника. Страшных, здоровых таких. В больших грузовиках. Это круто. Они нам вроде как приносят деньги. Вообще надо засечь. Вот сейчас у меня, допустим, 9.319. Пока я доеду до бухты, по-любому мои ребята тоже куда-нибудь додоберутся. А когда он меня обогнать успел? А, нет. Тьфу, я не туда смотрю. Что-то смотрю, думаю, минуточку. На белого сейчас спереди смотрю, думаю, здрасте, как меня наемник мой обогнать ухитрился. Да, ну в бухту это будет именно такое соревнование. А, вертолет. Ай, скотина, а. Ай. Пулемет ему дали. Доверили, блин, идиоту. А он и стреляет, счастливый. Вообще, по-моему, насколько я знаю, даже в таких ситуациях, по-моему, американская полиция
стреляет по движку, а не по человеку. Вроде бы. Хотя тут, конечно, тоже там разные варианты есть. Но здесь у нас американская полиция, хоть и написано там, что это типа милиция или что-то такое. Но в роликах-то, ну как бы, так-то, Соединенные Штаты, если чего уж. Если уж на то пошло. По-моему, даже у них ребята палят все-таки в движок, а не в человека за рулем. Хотя, с другой стороны, может быть, все зависит от того, как он себя ведет. Ну, то есть, как бы, например, если он просто пытается убежать от них, тогда, типа, его надо остановить. А если он при этом еще и машины, например, таранит, причем, ну, так это, не просто там цепляет, а именно прям, ну, как, изображает из себя божественный ветер, то, в общем-то, да. Для тех, кто в танке или не в курсе, или, ну, мало ли, или японский прогуливал, божественный ветер переводится как камикадзе. Камикадзе. По-моему, так, я ничего не путаю. Вполне вероятно, что я сам тут несу полную пургу. Все это неправда. Здорово, чувак, извини. Прощай. Ничего личного, братан. Мне нужно было проехать. Я должен догнать вон того засланца. Так, ну, кстати, вот благодаря этой поездке все-таки мы узнали одну важную вещь. Я хотел, по крайней мере, теперь знаю, сколько стоят всякие газели. То есть газели это 40 тысяч. Но, блин, видите, их тоже искать надо. Как бы... Тут же на карте нет такого, что прям отметочка, что газели там, эти там. Вообще, карта, надо признать, такая достаточно малоинформативная. Ну, блин. О чем мы с вами говорим, господи? Какого года игра? Музыку классную сделали, уже хорошо. Мало. Это плохо. Но классную. Это хорошо. Но мало. Это плохо.